Опа, опа, зеленая ограда, сурвы выебли маньяка, так ему и надо. Юбка обычно одна, ты меня бросишь. Для вас по два лучше не бегать. Ты можешь быть рядом с маньяком. У меня так всегда бывает, к сожалению. Как ты стелс? Кому кем звонил? Реген вступить? На, чини. Я не против. Я уже Ну, из-за того, что кто-то занял твой ген, не обязательно было выходить в окно ногами вперед. Я на крышу. А как головой, что ли? Ну, в любом случае, головой не... Ну, в смысле, не надо было выходить в окно. Это же не повод. Жизнь полна радости и веселья. Ну-ка, дай пять. Он ответил! Он обиделся! Он обиделся! Отпусти меня! Он обиделся! Ну не обижайся! Давай играть! Вот, на тебе тулбокс! Вот, на тулбокс! На! Вот, держи! Будешь пятым выжившим! Очень важная информация, сейчас говорю. Понятно. Вор! Вор! Он аптечку мою свистнул! Ворюга! Ты видал, да? Видал? Там Суперман просто. Нет! Положь на место! Куда ушел? Да блин, я случайно вышел. Я лечу тебе фонарь. Нет! Вы не посмеете меня бросить. Нет, я тебя не брошу. Какой же неудобный этот фонарик. Я чуть-чуть не хотела, чтобы подкинуть. Смысл удобный. Я тебе тут фонарь со всеми аддонами подыграла. Что в нем неудобного? Вы что делаете? Вот хейтер. Ага. В школе расскажешь. Плотно. Теперь подставься. Видит бог, я старался. Убегай. Отвлекай, она выходит. Ага, Пиши. Разумеется. Прощай, аптечка. Ведь хорошая аптечка была, фиолетовая. Я могу ключ с тобой забрать. Я просто не могу, она уползла такие. Вот, запомни, кто был самый быстрый. Самый лучший. Вот единственный человек, который меня не бросил. Да. Ну, у меня вариантов не было, у меня... Ты должна была упасть и зависнуть на крюке. А вместо этого ты взяла и подставила подругу. Кинула ее на произвол судьбы. Всё. Второй еще убежал такой, вместо того, чтобы фонариком посадить, взял себе полки. Вот давайте на чистоту, Ервар самый бесполезный. Я ему фонарик дала. А что начинает? А он просто взял и его убьет. Я пытался следить, случайно задом вышел. Задом вышел? В окно задом выйдет, блин. Блин, я пытаюсь лечить хоть кого-то, но чё-то как-то никто не хочет лечить. Полечи, пожалуйста, он там ходит. Да ты можешь сказать, где ты хочешь лечиться? Я не сказал. Говори, ты можешь меня полечить, где ты там, что ты... Ну ладно, забили, я сейчас возьму офигенный перк, я сам буду вас находить. Сейчас гамоны крутые бегают. Он здесь! Yeah! На тебя! Как? Ну, ты такой жестокий. Разбегаемся. Куда разбегаете? По домам. Я в доме в подвале сижу, нет. Мне тут весь. Я упаю. Блин, ну, я играю в игру, которая называется «Два ёлочка». И, по-моему, я побеждаю.
Ой, а как понять, что она его обратно запихала? Есть какой-то... Вот сейчас звук был хороший. Она его обратно запихала, да? Но она переместилась в тело другое. Ага. Переправляет маму. Что, вы все стоите наблюдать за Геном? Я смотрю, вам прям не безразличная выступа. Ой, там нет. Неожиданно. О, меня похитили. Ой, ой. Тебе не смущает, что она вот тут? Не, вообще ни капли. Понятно, она же выбрала меня. А, ну на нет проверил. Нормально. Не, нормально, ты принесла пользу команде. Так вы меня не бросайте, пожалуйста. Вика, ну ты помнишь, кто твой лучший друг, да? Ты же вроде Вики лучший друг. Не, я напоминаю Вики, типа, мол, это... Карма, она такая штука. Я ломаю это. Стой, я полечу тебя. Стой! Стой, нет, нет! А хочешь опять упасть? Давай так, ты не обо мне беспокоишься. Понятно. Это точно так же, как ты беспокоилась о Вике. Ясно все с тобой. Я тебя понял. Что ты делаешь? Что вы делаете там? Вика, Ты смущаешь, вот смотри, это же Ген бабах. Там просто была короткая проверка реакции, я не ожидала. Я пошла отсюда. Ничего, спасибо. Ты же лучший друг. Да, да, давай. Будем лучшими друзьями. А где-то там Ермары, да. Ты видишь, да, как я лагаю? С детьми водится. Да, вижу. Где-то мне помогала. Ты рядом сидела. А, наверное, да. Он бежит, бежит, бежит. Гамуфу. Ну сейчас прикинь, допрыгни. Конечно. Коля расскажет, как ты прыгал в детстве. Давайте, трогайте меня. Трогайте меня вдвоем. Трогайте. Трогайте меня полностью. Да-да, вон там он. Ага. Все, у меня сразу хорошо стало. А можно я к вам? А вы где? Ой, я вас вижу. Я иду к вам. Ермак, подержи. Я спас! Я успел! Отлично. Она чухалась. Она чухалась. Ну давай, оп, выбегай. Ей невыгодно меня в этом лежать. Ясно все, короче. Короче, все ясно. Короче, все ясно. Сейчас все в подвал. Я видел код, на который начинается точно так же. Точно так, как в подвале. Ты чё? Ты чё в подвал, миледи. Чё, может у кого-нибудь стояк есть? У кого-нибудь стояк. Ермак, у тебя нету стояка? Нет. Блин, это очень печально. Ты ощущаешь себя неполноценно? Ариготоу.